За нарушение правил предпринимательской деятельности и правил торговли ранее у частного предпринимателя Тарадай Галины Евгеньевны был конфискован товар гражданским управлением города Красный Луч. Был наложен штраф. Предприниматель штраф оплатил своевременно в течение 3 рабочих дней. Товар предпринимателю возвращен. Претензии. Галина Евгеньевна. Нет, не имею. Претензий не имею. Хотелось бы еще раз напомнить предпринимателям всех видов предпринимательской деятельности о своевременной регистрации, уплате налогов, заплатил налоги, спи спокойно, и о категорических запретах на продажу алкоголя и табачных изделий лицам до 18 лет, лицам в военной форме и после 8 часов вечера. Рейды мы осуществляем регулярно, все виновные будут нести наказание. Здравствуйте, меня зовут Ирина Антонова, я начальник гуманитарного подразделения «Смиру по нитке» от военной комендатуры города Красный Луч Всевеликого войска Донского. Я занимаюсь гуманитарной помощью населению. Занимаемся мы точечно. Мы не являемся военными, но мы вплотную сотрудничаем с военными людьми, которые занимаются гуманитарной помощью и обеспечивают помощью учреждения города Красный Луч. Наше подразделение работает от Ивана Николаевича Иванова, коменданта города Красный Луч. В чем заключается наша работа? Люди обращаются к нам, соседи, друзья, знакомые обращаются к нам и говорят, что в таком-то районе, по такому-то адресу проживает человек, который нуждается в помощи. Один из наших волонтеров едет по этому адресу, проверяет условия жизни. Если действительно человек нуждается в этом, мы его ставим в список очередников. У нас есть помощники из России, из Ростова, из Московской области. Этим людям мы отправляем список очередников. Вот, и по этому списку они уже собирают гуманитарный груз и отвозят нам на границу. С помощью военной комендатуры мы приезжаем на границу, забираем этот груз, довозим до Красного Луча и раздаем вот нашим именно очередникам. Мы не занимаемся, не работаем от ЛНР, от ДНР. У нас не приходят грузы на город. У нас грузы приходят именно на наших очередников. Уважаемые краснолучане, если можете помочь ближнему или нуждаетесь сами в помощи, обращайтесь в общественную благотворительную организацию «Смиру по нитке». Организация «Смиру по нитке» находится по адресу микрорайон 1, дом 1, бывшая нотариальная контора. Телефоны для справок 066-128-60-52. Ирина 095-222-82-21. Ксения 099-910-32-61. Анна.